Добрый день всем желающим пользователям, искателям вечной энергии. Вечного еще, конечно, не бывает, но бывает кое-что другое. Так, вот плюсик мы сюда включаем, вот минус, к аккумулятору. Бьется током очень сильно. И неплохо бьется. Лампочка так. О, горит. По-серьезному горит. На ниточке, потому что там бьется током, что можно родить. Теперь смотрим, короче. Ну, здесь стоит. Но это потом расскажу. Трезетка. Проводу внимание, где? С любой стороны облазим. Покажем вам. Внимание, где? Да их и не будет. Откуда они здесь появятся? Да, надо вот выключить его. Сейчас я его выключу. Отсоединим пока минус. Дальше. Вот удлинитель я взял. Включаем его вот в розеточку. Смотрим. Провода все здесь. Видите, вот провода. Удлинители. Здесь у нас есть фен. Вот такой. Сейчас мы покажем. Можно посмотреть, сколько он там. Ну, 2000 ватт пишется. Поставим его, чтобы не спалить. Вот так. Будем включать. Вот стоит точило. На 300 ватт. Внимание, еще под ним. Теперь включаем минус. Вот. Искрит чуть-чуть, но кусается, но не сильно. Там, где лампочку я опускал, там бьет так, что откидывает аж. Ток там очень сильно большой. Ну, смотрите, пока я включу точило. Крутится, но на 300 ватт. Ну, крутится оно нормально. Включаем. Ну, видите, загорелось. Это включили на одно деление. Вот одно деление. Включаем на второе. Сильнее стало и больше красного появилось. Ну, пусть оно работает пока. Нам оно не надо. Никакой земли не нужно. Вообще ничего не надо. Здесь простой катер. Ну, не сильно простой. Первая обмотка идет. Потом, видите, от изоленты до изоленты. Там стоит кольцо определенное. С определенного металла. Потом идет обмотка. С той же самой проволоки медной. Потом идет экран, на экран мотается опять же проволока, там где вот заизолировано. Это первая катушка. Вторая катушка, я не буду сильно близко подходить, я увеличу, потому что вторая катушка стоит всего лишь навсего. Ну, тоже намотана по-своему. Стоит кондер. Определенные. Здесь стоит тоже деталь под чашкой. Под чашкой же нельзя спрятать аккумулятор, который будет давать 2 киловатта, ну, 2,3 киловатта. Здесь стоит катушка, которая регулируется. То есть она регулирует, дает там как-то катушечка. Ну, я не хочу ее показывать. Запатентовать это нельзя, сами понимаете, что это такое. У меня здесь все работает. От такого электричества это я делаю
своему другу на даче 10 киловатт, а она регулируется на 10. Больше я не могу, я не знаю. Капаназа, наверное, прятал вот эту катушку. Там было видео, он показывал, что он с катушкой спит. Он показывал ее обмотанную. Скорее всего, что это вот эта катушечка маленькая, которая накрыта. И вот эта катушечка большая. То есть они были совмещены. Но совмещены у меня нет такой схемы. Боролся я, конечно, 3 года, пока я не купил схему. Схему этого секрета. И скорее всего, что Никола Тесла, там где пишется, что он доехал на электромобиле, ездил. Скорее всего, что он ездил именно вот на таком, такой прибор был подобный. Дальше показываю, смотрим. Работает 2 киловатта. Этот работает 300 ватт. Сейчас мы возьмем там ключ. Как 220. А, еще такая ситуация. Не тестер. Тестером меряешь, горит сразу. То есть горит даже вот от этой резетки. Он просто сгорает. То есть, померить, я не знаю, там все можно померить. Я не физик, не электрик. Просто, транзистор накрыл. Все остальное качера. То есть, смотрите, чтобы вы не думали, что там провода какие-то или что. Это, сейчас я возьму. Это на полу тень. Видите? Они висят, вот эти провода. Напутано чуть-чуть, но это я сниму потом этого качера. Здесь еще стоит вот деталь. Вот она. Тоже завязана. Нельзя запатентовать такое. Такое не запатентуешь. Я в интернете очень много видел подобного всего. Некоторые, конечно, фейки, но есть и заслуживают внимания и уважения. Показываю, работает. Можем там час стоять. Еще такой нюанс. Вот этот аккумулятор. Вот. Его данные. Я думаю, всем видно. Короче, он работает ровно сутки. Через сутки он сдыхает. Все, его надо заряжать. Он потом работает. Здесь выставлено до 4 киловатт, я накрутил пока. Надо выйти на 10 киловатт. На 10 киловатт, друг будет доволен, я думаю. Что я могу сказать? Начинал я там оставлю ссылочки, с каких я катушек начинал, что я начинал делать. Даже делал бедини. И я вам скажу, что бедини тоже работает. Если правильно сделать и внимательно слушать, что бедини рассказывает. Что еще могу сказать? Посмотрите там. Еще email остался там. Будет написан внизу. Обратите внимание на меня. Вроде все. Работает. Вы же понимаете, что от такого аккумулятора 2,3 киловатта нереально. Фанера тоже тонкая. Вот она. Я не спрячу здесь там какие-то там подводные камни или еще что-то. Вот здесь в периметре, там где вот катушки, чашка и вторая катушка, вот эта, которая накрыта. Током бьет очень сильно. Очень сильно бьет током. Я думал, раз так долбануло, что аж отлетел. Куда включен прибор? То есть, Все, провода нормальные, трогаешь руками. Нормально все. То есть, вообще. Все в идеале. Ногой трогаю,
Все работает. Просто жарковато в помещении от фена. Вот устройство еще раз. Ну, кто не верит, забейте себе гвоздь в голову. Так будет лучше. Если кому-то это все легко, возьми и сделай так же само. Сделай, повтори. А так можно там на e-mail. Каждый хочет, если у кого-то. Я купил схему. То есть шары нету. Аккумулятор через сутки сдохнет, это все станет. Но аккумулятор можно заряжать автоматически от этой розеточки, от удлинителя. Только там есть тоже одни нюансы. Они закипают быстро, даже через зарядное устройство, аккумулятор. Просто он кипит. Конечно, бред, но оно так и есть. Пришлось повозиться чуть-чуть, но... Будет желание, может, я выкину в интернет еще видео сниму, как электросварка работает на таком устройстве, в другом помещении. Не с линолеум, как-то жалко сварка делать. Но работает даже сварка. Все работает. У меня работает все. На этой там электричестве. Но государство приходится кое-что брать. Умные люди понимают, о чем я говорю. А то приходят, проверяют. Ну вот и все. Желаю вам удачи, успехов. Счастливо. Еще раз смотрите. Проводов нигде нет. Никаких. Вот. Видите? Только шуруп торчит. Вот они, все. Вот он висит, больше нету. Ну, настраиваю, ребята. То есть, не знаю, после такого видео, я думаю, меня искать будут. Я думаю, не найдут. Все, счастливо вам всем. Спасибо за внимание.